которые есть в городском совете, пагубно влияют на развитие города. Светофор на проспекте Мира и Первой линии – это политический вопрос. Утепление школы 60 – это политический вопрос. Там еще целая куча политических вопросов. То есть вопросов экономических, развитие города. Вопрос Академии лидерства, который выгоняют сегодня и который мы согласились помочь. Проголосовали, уже решение программы внесли. Осталось перераспределить бюджетные средства. Нет. Лотус Сергей Васильевич пытался внести этот вопрос, потому что мы сегодня в зале проголосовали. Но социальная комиссия этот вопрос тянет и пытается не внести. Есть такой у нас диктатор по фамилии Путин. Вот он все время, у него есть такая тема, термин «принуждение к миру». Я не знаю, наверное, принуждают городского главы Сенкевича к миру. Да? Вопрос в том, что у меня нет никаких вопросов. Я сказал о том, что я не буду исполнять незаконных решений. Я готов полностью работать и поддержал вынесение вопроса с этим пилотом, полностью отработать его с этим. Ну, в любом случае, то, что я обещал вчера на сессии, то будет сохранено, вне зависимости от того, что проголосовалось сегодня решение на сессии или нет. Остальные вопросы? Ну, я не знаю. Мне кажется, нужно спросить у главы фракции оппозиционный блок, которая сегодня не голосовала вот эти важные бюджетные вопросы. Вы совещались? Я думаю, что где-то в июле, в конце июля. Я общался с Игорем Сергеевичем. Не знаю, мне кажется, необходимо выходить из этого вопроса публично. Я не ответственный за бюджет. Дело в том, что бюджет был сформирован без меня. Я пытаюсь внести оперативные решения, и все с ними соглашаются, кроме оппозиционного. У меня при голосовании есть всего один голос. Всего один из 15 членов. К сожалению, в сегодняшнем голосовании этот вопрос, этот мой голос не повлиял на позитивное решение. Блок требует уволить Трепина, уволить Голобородского и все, что с этим связано. Насколько вы видели. Александр Анатольевич, на сегодняшней сессии должен был быть проголосован вопрос о...